Всем привет. Вот взял себе оплетку руля. Значит, что касается нашего Ford Fusion 2007 года на роботе. Ну, руль стал в два раза толще. Спунжевую эту брал, не знаю, вставки Алькантара. Такая, как здесь, ну, такая же, как вставку я делал на свой бардачок. Есть побольше колбас, ну, в два раза больше. Но я взял стандартную шестерку. Вот. Чем хорошо? Вот я сел в холодную машину, сейчас ее завел. И у меня руль не холодный. Ну, то есть, приятнее держать. Единственное, что сама болванка стала намного больше. Пришлось сиденье немного опускать, чтобы ногой не цеплять. Ну, а так, в принципе... Все, что они говорили, натягивается плотно. Если вы думаете брать на зиму и брать на лето, то не рекомендую, потому что от частого снятия будет растягиваться резинка внутри, ну и, соответственно, будет проскальзывать руль. Поэтому один раз надели и ездим до упора. Говорят, где-то на год ее хватает. Ну, по ощущениям, конечно, да, легче, лучше. Красивее стало управлять, проще, скажем так. Руки не мерзнут, а это уже хорошо, руль без подогрева, поэтому как бы маемо то шо маемо. В общем, у нас руль 38-39 сантиметров, то есть 390 миллиметров. Поэтому я брал М-ку, в их размере это от 37 до 39 идет. Ну и плюс, соответственно, 50 лошадиных сил прибавляет к нашему и без того маленькому моторчику на 1.4. В общем, как-то так. Ссылка на такую оплетку будет в описании. Можете пройти в описание, ну и заказать себе. Либо же в каком-то из уголков видео я выделю... Вот здесь, скорее всего, вверху место для короткой ссылки. Ну, а так, всем пока. Ни гвоздя, ни жезла. Ездите, радуйтесь. Эко-кожа. Ну, соответственно, это же понятно, что это Дермантиниус с эко-алькантарой. В общем, как-то так. Всем пока. Удачи на дорогах.